Волонтеры, общественники, жители городского округа и депутаты собрались возле монумента «Противотанковые ежи», чтобы почтить память тех воинов, которые освобождали Донбасский бассейн от немецких захватчиков в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны. Давайте посмотрим, что делалось с фашистами в 1943 году в этом регионе. Если мы вспомним, что на начало Великой Отечественной войны именно на Донбассе было 507 тысяч человек. После окончания данной операции осталось 175 тысяч. Сохраняя прошлое, мы защищаем будущее. Проводилась операция под командованием генерала армии Малиновского. Тогда, в далеком 43-м году, нашим советским солдатам удалось откинуть немцев на 300 километров и полностью освободить регион. Победа в Донбассе позволила вернуть под контроль крупнейшие угольные месторождения страны. Усиленная экономика приблизила перелом в войне. Подобный углубленный исторический ликбез – часть проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Мы не только должны вспоминать и передавать славу тех героев, защитникам Великой Отечественной войны, те люди, которые прославили нашу страну, нашу Московскую область, наши Химки в разных направлениях. Это ученые и спортсмены. Никто не сможет переписать ту историю, которую завоевали наши предки. И сила наша в единстве. Митинг памяти прошел в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.